Буду осторожен. Ликуй, мне удалось выжить. Я дал тебе лишь одно задание, Сократ. Я верил, что ты справишься. Я бы взялся за него и без твоего ведома. И мог бы встретить смерть, просто оглядись. Сколько людей она забрала. Так восславим их имена. Тех, кто был рядом, но покинул нас. Идем же. Я не имею права судить о смерти, потому что ничего о ней не знаю. А значит, и бояться не должен. Я смерти не боюсь. Суть страха в незнании того, что смерть несет. Остается верить в то, что это знают боги. Феба. У нее не было детства. Я всегда говорил с ней, как со взрослой. Потому что уважал ее. Сомнения важны, но твердость решений важнее. Спасибо, что устроил достойные проводы. Многие нашли покой в Элизии. Каждый из них заслужил вечное счастье. Среди них и наш славный Перикл. Афинине в большом долгу перед ним. Не напрасно его нарекли первым гражданином Афин. Он многое сделал для города и притом был так скромен. Ему пришлось быть скрытным. Иначе нельзя, ведь за ним постоянно следили. Защищая себя, он оберегал и Афины. Возможно, лишь Аспасия знала настоящего Перикла. Война не прощает ошибок. Даже Брасиду. Пусть так, но он спартанец, а значит погиб, выполняя свой последний долг. Я мог сделать больше. Он же был другом. Главное, что ты жив. А его будут чтить как героя. Как того, кто помог мне победить Клеона. Солдаты нашли Клеона на берегу. Наверное, погиб. В бою. Не знаю. В разгар битвы сложно за чем-либо уследить. Уверен, за свои злодеяния он отправился в Тартар. А наши друзья, наконец, обрели покой. Выпьем вина? Отчего бы и нет.
наш. Помнишь, как Оле... И добавь... Красота и... Что ж... За будущее! Былое нам ни к чему. Его речь не хуже его песни. И... Нужно действовать осторожно. Yeah.
Тихо. Вперед! Ты огонь! Давай, давай! Не будем поднимать восстание. Ладно, Икар.
Ну, давай. Давай. Thank you.
Если меня тут заметят, будет плохо. О, нет! Огонь! Злодеям не победить! Святая.
Ну, вперед! Элла! На! Нужно быть осторожным. Давай. Тебе здесь не рады. Уходи. Thank you.
Thank you.
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Ха-ха-ха!
Давай.
Аллу. Пошел! Драться у тебя всегда получалось лучше, чем петь. А ты все так же прекрасна, как и на Кефалинии. Я вечно была вымазана в грязи, как и сейчас. Судьба крестьянки. Мне пришло письмо. Как ты узнала, что я в Аркадии? Все охотятся за Мистием со сломанным копьем и ручным орлом. Я тоже решила поохотиться. На Кефалинии ты была единственной, кто всегда находил меня, где бы я ни прятался. Просто ты не умел прятаться. Может, я хотел, чтобы ты меня нашла. Все знают, что я пряталась лучше тебя. Я докажу. Стой здесь, закрой глаза, досчитай до 10 и найди меня. Ты шутишь? Как в старые добрые времена. Только чур без Икара. Все, закрой глаза. 1. Ну все, я... И это спряталось? Ты многому научился. Мы будто вечность не виделись. Мне не терпелось найти тебя. С каких пор ты так очарователен? Это все твое письмо. О, мне так весело! Я хочу узнать все, что с тобой приключилось с того дня, как мы расстались. А я хочу узнать все о тебе. О, мой рассказ усыпит тебя. Давай поболтаем на пляже, как когда-то в Сами. Поживее!
тебя такая интересная жизнь. Но ответь мне на важный вопрос. Ты не разучился нырять? Нырять? На Кефалинии ты всегда плавал дальше и нырял глубже других. Ты доставал для меня со дна прекрасные сокровища. Жди здесь. Так долго был под водой. Я волновалась. Я не мог вернуться, не найдя лучший подарок. Это чудесно. Ты согреваешь мое сердце. Я могу согреть не только сердце. Многих соблазнил этой фразой. Да нет. Анаис, ты что? Видеть тебя, веселиться с тобой, как раньше. Я скрыла от тебя одну вещь. Я замужем. Ясно. Зря я не сказала раньше. Прости. Приходи ко мне домой, я все объясню.